Ну, все мое детство было вот в процессе ожидания. Я помню, как я все время висела на заборе, чтобы увидеть вот москвичок наш голубой, который бы привез родителей уже из какой-то поездки. Или мы с бабушкой ездили в Шереметьево, а папа был очень высокого роста, я вот увижу его голову, и я вот счастлива, вот он идет через толпу от таможни, и вот это, то есть у меня все время был вот этот вот установка на ожидание. Вот, и меня воспитывала бабушка, совершенно обожаемая, любимая, мамина мама, у которой тоже была своя установка. Она была балериной Московского театра оперетты со всеми вытекающими. Не то, что она была очень такая легкомысленная, но вообще да.